Всем привет! Вы тоже считаете, что это мусор, но для кого-то это средство для создания вот такого шедевра. Вы только посмотрите, это все сделано из пачек сигарет. Какая красота! Молодцы, мастера, это же целые портреты. Посмотрите, это обыкновенные пачки сигарет. А вот это проводочки. Я не поверила. Посмотрите, это просто провода. Это электроника. Посмотрите, какой шедевр. Это шедевр из узелочков. Типа ковричков таких. Какая красота. И вот еще один шедевр. Ни за что не догадаетесь. Щетина. Просто щетка. Посмотрите, а как красиво получается. Но разве не золотые руки художника? Ну а если у вас остались ненужные джинсы, то и из них можно сделать вот такую картину. Это из карманов джинс. Посмотрите. А результат обалденный. Эта картина тоже из джинсов, но не из карманов, а из обрезков. Тоже красиво. В это прям трудно поверить, но вот посмотрите, это джинс. И это еще не все. Посмотрите, что можно сделать из лоскутиков кожи. Скорее всего, это кожные сапоги или кожная сумка. Но какая же прелесть, какой шедевр. Молодцы мастера.